Карачаево-Черкесия в числе 11 регионов получит дополнительное финансирование на улучшение систем водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Общий объем средств, который будет направлен в 11 субъектов, превысит 843 миллиона рублей. Федеральное финансирование позволит обновить систему водоснабжения. Главная задача заключается в обеспечении к 2024 году питьевой водой и систем централизованного водоснабжения более 88% жителей России. Карачаево-Черкесии средства будут направлены на решение проблем водоснабжения в аулах Жако, Алибердуковский, Хабес, Эльбурган, Инджичкун, Зиюка, Кошхабль, Малый Зеленчук, Кызыл-Юрт, Псаучадахи, Бавука, Новохумаринске, Абазак, Иконхалк и Адыгехабль. Как отметил глава республики Рашид Тимрезов, проблема качественного водоснабжения – это та задача, решением которой регион плотно занимается на протяжении последних лет. Сейчас в работе находится рекордное количество строящихся объектов водоснабжения. Важные мероприятия проведены по обеспечению жителей республики качественной питьевой водой в рамках федеральных проектов «Чистая вода» и «Современный облик сельских территорий».